мы сейчас зашли в индийский павильон, сейчас быстренько, его пройдем. Посмотрим на беременных мужчин. Ну да, эти стеклянные шкафчики на видео будут плохо смотреться. Слушный за уважение, как я могу быть абстрактным художником, когда меня окружают 500 миллионов людей. Костюмчик. Каких-то перформативных действий. Набор колец. И еще один костюмчик. Ну, как бы пока что ничего такого, чего бы ты не ожидал. Вот такого примера я не вижу. Это достаточно предсказуемо. Ну, как предсказуемо? Я имею в виду, что... Допустим, Индонезия сделала то, чего, ну, как бы совсем не ожидаешь. Такую мега-игру. Здесь больше такого формального, конструктивного искусства. Рисуночки. О, даже какая-то задняя комната есть. Какие-то черепки. Не хочу в эту темную комнату заходить. Марки. Марки, которые можно даже посмотреть при помощи увеличительного стекла. Для любителей филателии самое оно. Вот тут еще фотографии есть. Махатма Ганди. Снова Махатма Ганди. Ну вот об этом я и говорю, что как бы ничего непредсказуемого в этом павильоне нет. Идем дальше.